В рамках всероссийского голосования по благоустройству общественных пространств жители Камчатского края продолжают выбирать объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в преображении. В вопросе, который продлится до 31 мая, приняли участие более 21 тысяч жителей. В голосовании за благоустройство могут принять участие жители полуострова старше 14 лет. Опрос проходит на специализированной платформе, где необходимо авторизоваться с помощью профиля на госуслугах. Для удобства граждан в крае работает более 100 специально обученных волонтеров, которые не только рассказывают о важности проекта, но и всячески помогают работать с онлайн-платформой. Узнать подробности обо всех объектах, которые участвуют в конкурсе на реновацию, можно на официальном сайте проекта 41 городсреда.ру.